Здравствуйте, дорогие зрители канала «Баланс ТВ». В студии Инга Гончарова, и сегодня у нас в гостях астролог Анна Семенова. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мне бы хотелось поговорить об очень важной планете, планете, которая называется Юпитер. В астрологии Юпитер символизирует принцип учителя, духовного наставника. И этой планете дается особое, очень важное место, очень значимое. Скажите, пожалуйста, в связи с чем планета Юпитер является такой важной в ряду планет и также в нашем натальном гороскопе, в нашей карте? И почему мы уделяем такое большое значение роли учителя в нашей жизни? Да, действительно считается, что Юпитер является самой важной из планет, в том смысле, что она, скажем так, олицетворяет наше развитие. Именно наше развитие, рост. Она не только принцип учителя олицетворяет, а весь принцип ученичества олицетворяет. И важен принцип этот для тех, кто желает развиваться. А вы думаете, что есть люди, которые не желают развиваться? Или, да, может быть, у них есть разное понимание вот о том самом развитии? Есть люди, которые желают развиваться, есть люди, которые не желают развиваться. Ну, как сказать, вот рождается ребенок, да? И родители все понимают, что нужно его в школу отдавать. Естественно, там есть учителя какие-то, которые будут его учить. Родители понимают, что если ребенка в школу не отдать, то ну, он останется на таком странном уровне, не сможет вписаться в общество, да? В социум. Не сможет в социум вписаться, чему-то научиться стать профессионалом в чем-то. Ну, это такой материалистичный принцип обучения, когда все мы понимаем, что нам нужно что-то уметь в этом мире, обладать какой-то профессией, каким-то мастерством определенным. Но есть также принцип развития сознания, когда человек понимает, что не просто первые там, 20 лет жизни — это школа, когда просто нужно научиться какой-то профессии, и все, и я свободен. Есть люди, которые понимают, что вся жизнь — это школа. Вот я должен не просто там, уметь что-то такое делать руками, головой материальное, но и должен развивать свое сознание, стремиться постичь, так сказать, себя как душу. Поэтому в данном случае такие люди, они развиваются всю жизнь. И они понимают, что учитель им нужен на протяжении всей жизни. Причем не просто учитель. Что мы вкладываем в принцип учителя, в понятие учителя? Это тот человек, который уже стоит на уровне определенном, которого мы еще не достигли. Вот. И мы, естественно, принимаем его авторитет, его опыт с тем, что он показал нам, объяснил, как достичь того уровня, на котором он сам находится. Вот. И в том направлении, в котором человек желает развиваться, он и ищет себе учителя. Но бывает, что человек в материальном плане развивается, то есть он хочет стать каким-то там эффективным профессионалом. Он находит такого же профессионала эффективного и учится у него. Вот если человек желает развиваться как личность, он себе духовного учителя находит. Ну хорошо, вернемся все-таки к положению Юпитера в гороскопе человека. А как понять, что положение в данном случае, допустим, у меня сильное или слабое, и как, может быть, на это возможно повлиять? Сильное положение, человек всегда ощущает поддержку свыше, да? То есть всегда есть какие-то авторитеты рядом, которые могут дать совет, помочь, всегда есть к кому обратиться. И человек при сильном положении Юпитера понимает, что это нужно делать. То есть он готов получать советы. Есть какие-то внутренние подсказки. Он просто готов получать советы. Он понимает, что если у меня что-то не получается, я не могу решить, мне нужен какой-то жизненно важный совет, я должен, в общем, смиренно идти искать того человека, который сможет мне дать ответ на этот вопрос. Также принцип постоянства. То есть при хорошем Юпитере человек не просто там ходит к разным каким-то людям, что-то спрашивает, он пытается систему искать, он планирует свое развитие. Вот, поэтому у него есть постоянные учителя, их может быть и несколько, вот, у которых он советуется, за которыми он следует. Он в миссии, скажем так. Хорошо, что значит
плохое положение Юпитера. Ну, значит, соответственно, этот человек не может быть системно правильно выбирать свой путь и своих учителей? Есть некоторые проблемы с системностью подхода к развитию. Ну, допустим, человек может сентиментально что-то принимать. Ой, очень много сентиментов, скажем так, да? Он может сентиментально принимать какие-то наставления, следовать им какое-то время, потом все бросать, то есть ему становится скучно. Либо, наоборот, он слишком фанатичен, тоже признак, что что-то не так. Вот, а обычно негативный Юпитер олицетворяет фанатизм также. Угу. Когда человек слишком религиозен, он за своей религиозностью забывает, собственно, о духовности, о доброте, о милосердии, обо всех этих качествах, потому что он забывает о том, что духовность, она качество-то хорошее проявляет, а он начинает проявлять, ну, вот, что мы видим в религиозном фанатизме. Какие-то методы коррекции в отношении слабого, допустим, положения Юпитера вообще возможны с точки зрения астрологии? Ну, воспитывать себе смирение нужно. Проблема такого человека, что он не очень понимать может, что ему нужен учитель на постоянной основе. Что это должен быть один или несколько человек. То есть, в принципе, нет такой потребности? Он не чувствует, она есть. Эта потребность есть, но он ее не чувствует, да. Может быть, все окружающие даже могут понимать, что ну, нужно ему как-то чему-то следовать, за кем-то идти, но он может ее не чувствовать. Он может ощущать учителем себя. Вот как. Да. Начать их учить. Ну, бывает такое, как правило, да, то есть человек всех поучает, и кажется, что у него вроде как все хорошо, такой учитель. А на самом деле хороший учитель – это хороший ученик, прежде всего. Вот. Если человек себя не чувствует учеником, с его Юпитером что-то не так. Надо смотреть, значит. То есть каждый учитель… Смирения нет, смирения если нет. Человек является учителем по своей природе, у него все равно должен быть его учитель. Его учитель. Совершенно правильно. Какие-то... Тогда это хороший Юпитер. Методы коррекции. Вот знаете, носить четверг желтый цвет, жертвовать святым людям, жертвовать на храмы. Эти методы работают? Методы пожертвования святым на строительство храмов. Хорошие методы, да. В общем-то, все, что связано с духовностью, нужно отдавать, да. Отдача, воспитывать в себе уважение к святым. Некритичный подход, скажем так, вдумчивый подход, конечно, к оценке, потому что когда мы ищем учителя, мы должны понять, что это учитель, а не самозванец какой-то, который просто говорит, что я умею то-то, а на самом деле обманывает. Вот, то есть должен быть очень культурный, уважительный подход, чтобы понять, что да, это тот человек, и говорит он правильные вещи, которым я могу следовать, да. Вот. Но критиканство, попытка спорить, как-то оскорблять, вот это все надо убирать у человека. Потому что, как правило, есть это в сознании, такие вот негативные тенденции вставать на тот же уровень, не пытаться спорить. Анна, либо вот даже искать какие-то недостатки, специально выискивать. Уровень сознания. Умонастроение даже, в котором ты действуешь, совершая вот эти методы коррекции, допустим, жертвуешь на храм, совершенно четко понимаешь, что зачем? Чтобы как-то исправить свое положение Юпитера. Это работает? Ну, тут нужно не думать о том, что нужно исправить положение Юпитера. То есть, жертвуя на храм, ты должен хорошо понимать, я жертвую, потому что я развиваюсь духовно. И самое главное, то есть пожертвование на храм, это все правильно, а самое главное, что человек должен принять учителя. Если он хочет что-то поправить в своей жизни, в том числе и карму по Юпитеру, он должен просто принять учителя и выполнять его наставления. Это самый главный совет. Все остальные методы, они уже идут вторичным таким прицепом. То есть пока ты не принял учителя, у тебя в жизни проблемы, скажем так. Хотела еще задать вопрос по поводу ретроградного Юпитера в гороскопе. Хорошо ли это или плохо, и как это можно исправить? Ну, само по себе любое положение планет — это не хорошо, не плохо. То есть астролог должен смотреть конкретный случай и что у человека происходит в жизни. Вот, и тогда уже давать советы. Он тогда уже дает советы. Вот, но в целом это тоже такое несколько ослабленное положение, конечно же. Хотя мы должны понимать, что Юпитер в целом несет хорошую карму, само по себе олицетворяет хорошую карму, позитивные возможности из прошлого. Просто они могут быть очень большие,
а могут быть, но очень маленькие. В принципе, только хорошее приносит. Вот, поэтому просто если как-то планета ослаблена, значит, ну, его будет чуть-чуть меньше, придется больше усилий прилагать в этом направлении. То есть больше трудиться? Ну, скажем так, у человека очень ситуацию. Хороший Юпитер, сильный, да, то есть к нему учителя приходят само собой, да. То есть он просто идет, и перед ним, то есть он только думает о том, что я хотел бы учиться. Сразу же дверь открывается. То есть если немножко положение похуже, придется поискать. То есть уже духовные поиски начинают. Человек может несколько лет искать, ездить там искать, смотреть, слушать, сомневаться. То есть такой вездеход может быть. Но в конце концов, ну, при наличии упорства, решимости находит, конечно. Вот. И при наличии смирения, которое он воспитывает, он его находит. Может быть, не найти. То есть если смирение не воспитывается... То есть, потому что если очень сильная придирчивость, то есть ты ищешь какой-то идеал. Иногда бывает, знаете, люди при таком положении, они могут искать учителя, но не живого себе. Ну, скажем так, там контактерство есть такой момент. То есть они где-то медитируют, вот, и где-то там из космоса планета Альфа-Центавра, я там на этой планете себе нашел учителя, такой человек говорит, да. Вот. Либо он принимает учителя, который уже из этого мира ушел. О чем это говорит? Это говорит о страхе, на самом деле, получать реальные наставления. Тоже вот такой может быть момент при ослабленном Юпитере. Угу, потому что живой учитель, он перед тобой сидит. Рядом, да, живой учитель, он тебе может дать такие наставления. Ну, которые... И он тебя знает, и твое сердце видит. Которые ты, может быть, не сможешь. Ну, которые ты не захочешь. Понести. А сможешь, но ты можешь не захотеть. Тут есть некоторая хитрость такая. Вот, то есть человек может хитрить, вот ретроградный Юпитер, ослабленный, он может немножко хитрить с этим. Поэтому живого учителя ему как-то так страшновато принимать, поскольку наставление может расходиться с его желаниями. Хочется, ведь, чтобы был такой учитель, который меня... Да, я самый лучший ученик, чтобы он меня баловал. Да. А учитель, он не балует, он учит и говорит иногда такие вещи, которые нам страшно неприятны. Вот, и мы понимаем, что что-то должны менять. И вот если мы готовы меняться, тогда мы можем и живого, настоящего учителя принять. Ну и хотим. Если мы не готовы, то мы вот любые оправдания находим, чтобы этот момент оттянуть. Либо принимаем там книжку какую-то в виде гуру, да, просто написанную, может быть, духовным учителем, но который уже нас оставил. Вот по книге, да, учимся. Считается, что хорошее положение Юпитера в гороскопе может нейтрализовать любое негативное положение других планет. И вот здесь такой вопрос возникает. Случайно ли это, вот такое положение в жизни человека, или это результат его каких-то прошлых действий? Очень хороший вопрос. На самом деле, действительно, астрология говорит о том, что даже если все, ну, все показатели, да, у человека напряженное, грустное, то только один лишь хороший Юпитер способен все вытянуть. Так можно выразиться. Если, конечно, человек следует в русле этой планеты, то есть начинает духовно развиваться. То есть у человека еще все-таки есть выбор. Он может и не принять этот путь, который выведет его к какому-то свету. У него есть выбор. У человека есть выбор всегда. Да, ну и то есть... Ему дается милость свыше, такая золотая веревочка, за которую человек может схватиться, может не схватиться. И в самых трудных случаях, если он за нее хватается, его вытягивает наверх, как вот из воды тонущего. За веревочку хватается, его из воды выталкивает. Это чисто милость свыше. Возможно ли и как правильно трудиться над тем, чтобы исправить какие-то негативные положения планет в своем гороскопе? Ну, мы уже говорили, что нужно в обществе духовно развивающихся людей находиться, потому что, в принципе, да, у нас есть учитель, но нужно всех людей учиться как учителей воспринимать. То есть попасть в это общество является буквально благом для человека? Является благом. Но даже нужно учиться воспринимать и тех, кто, может быть, кажется нам, скажем так, человеком, который не занимается духовным развитием, да, просто это могут быть даже наши близкие, которые так, может быть, смеются над нами,
над нашими попытками там, как-то расти, личностно развиваться. Это могут быть обычные люди. Они тоже являются нашими учителями. В метро, в каком-то смысле, да. Потому что хороший совет может исходить от любого человека. Он может даже его дать, не понимая этого. Анна, хочется еще поговорить о других аспектах планеты Юпитер, которые она приносит в нашу жизнь. Допустим, это не только духовный учитель, но еще, допустим, муж, дети, благополучие. Все это дает нам планета. Юпитер дает очень много и на материальном плане. Он дает процветание, он дает счастливый брак, он дает хороших детей. Хороших детей – это значит тех детей, которые поддаются воспитанию прежде всего. Вот, из которых можно воспитать настоящих мудрецов. Что такое хороший ребенок? Послушные дети. Хорошего мужа женщине может дать, может указывать. В том плане, что хороший муж, современное общество понимаешь, как богатый муж, как правило. То есть здесь немножко другое. Вот. Хороший муж, значит, возвышенная личность. Возвышенная вы имеете в виду? Человек, который склонен заниматься саморазвитием. Человек, который склонен заниматься саморазвитием, а известно, что в семье, если муж занимается саморазвитием, вся семья за ним тоже потихонечку так или иначе идет. То есть это очень, очень сильное влияние на семью оказывает. То есть в этом плане хороший муж. Выбрать человека, который думает о том, как развиваться, гораздо важнее, нежели чем выбрать человека, который даст материальное благополучие, защищенность. Да. Можно так ответить, что это важнее. Потому что если у человека есть много денег, он может дать материальный какой-то статус, да? Но он материалистичен просто, абсолютно. То есть никакого у него нет даже идеи о том, что нужно как-то своей духовной заниматься стороной. Это проблема. Потому что, ну, в принципе, это просто прожигание своей хорошей кармы. То есть да, мы что-то делали, мы получили позитивные возможности, мы их использовали, и все. То есть мы их получили, и мы же их растратили. Все. Я думаю, что на будущее может ничего не остаться. Зрители сейчас нас посмотрят и скажут, мы очень хотим мужа хорошего, детей, учителя духовного, ну и всяческих вот житейских благ. Надо понять, что да, на это нужно очень много времени. Да. Нужно определенное качество характера воспитывать в себе. То есть даже если в карте вот Юпитер – это милосердие, это милосердие. Можно работать всю жизнь и как-то поправить свою ситуацию. Не факт, что в этой жизни. Не факт. Нужно понимать, что это не дешевка. Понимаете, да? Но нужно понимать, что это не дешевка. То есть мы не должны даже категориями одной какой-то узкой жизни мыслить, то есть 20 лет. Иногда клиент на консультацию приходит, сколько мне спрашивают, нужно вот это делать, да, там, свое качество доброты развивать, чтобы там или прощение развивать, чтобы вот у меня все наладилось. Сколько там? Значит, ему говоришь, ну хотя бы годик позанимайте. Годик? Так долго. А нельзя там сразу за 3 дня как-нибудь это сделать? То есть нет, но люди очень дешево относятся к этим вещам. Качество характера, они меняются. У нас так много привычек скопилось, что они меняются не так быстро. Нужно этому действительно всю жизнь посвятить. Но и плоды будут тогда. То есть если мы посвящаем всю жизнь, мы очень глубоко и серьезно этим занимаемся, у нас не получается, естественно. Мы совершаем ошибки, наступаем на грабли, все это есть в духовном развитии. Может быть, шаг вперед, два назад бывает. Вот. Но мы все равно стремимся. То есть главное, что мы стремимся к этой высокой цели, мы ее видим и к ней идем, несмотря на все трудности. Вы знаете, мне кажется, самое большое, может быть, сопротивление в том, что а где гарантия? Вот я всю жизнь тружусь, работаю, делаю благие дела, а жизнь не меняется. Вот. Тяжело, и дети не такие, и муж не такой, денег не хватает. А вдруг система не работает? Вот как быть уверенным? Скорее всего, у человека мотивация достаточно эгоистичная просто. То есть вот муж плохой, дети плохие, денег мало. Но тут надо разбираться. Потому что, может быть, и муж хороший, и дети хорошие, и денег достаточно. Просто у клиента материальные желания слишком сильные. Понимаете? Может, там, как это сказка о рыбаке и рыбке. Я не хочу быть просто
там, барыней, боярыней, я хочу быть царицей морской. Да? Рыбка плохая, там, старик плохой, там, да, невод плохой, то есть вот это вот все. Скорее всего, так оно и есть. То есть у человека мотивация очень эгоистичная, поэтому все у него плохие, то есть это видение мухи. И в завершение нашей беседы, может быть, вы дадите какие-то еще рекомендации, которые помогут людям принимать то, что у них уже есть, благодарить, тем самым улучшать свое положение Юпитера, ну и, соответственно, свое благополучие. Есть одна хорошая такая рекомендация – простая жизнь-возвышенное мышление. То есть чем возвышеннее будет наше мышление, чем проще мы будем принимать то, что в нашей жизни происходит. Потому что есть внешняя часть нашей жизни, есть внутренняя наша жизнь. Чем больше мы внутренне развиваемся, то есть вот это наша свобода как раз, которая не ограничена. Развиваться нам внутренне и с какой скоростью развиваться, либо нам не развиваться внутренне, либо медленно развиваться. Вот это наша полная свобода. И чем быстрее мы внутренне растем, чем богаче наша духовная жизнь, тем проще нам принимать внешние обстоятельства. Тем меньше нам будет требоваться всяких вот этих материальных вещей вокруг нас. Чем меньше нам будет требоваться получать счастье от других, тянуть его, как вампирам. То есть, и поэтому мы сможем спокойно принимать многие вещи. Ну, пришло-ушло. Потому что когда мы внутренне богаты, нам внешне не так важно. Спасибо вам. Объем работы, конечно, большой, но... Большой, да. Я думаю, очень важно для нашей жизни. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Дорогие телезрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам передачи вы можете увидеть у нас на сайте balance-tv.ru. Всего доброго и до новых встреч!